мы, в свою очередь, от нашей организации «Sport and Health City», конечно же, заботимся о здоровье. О здоровье всецелом, да, то есть и главная наша цель работы нашей организации – это профилактика, понимание населения о том, что мы можем предотвратить, либо же приостановить сложности, заболевания, которые сейчас уже существуют или которые могут появиться там, в будущем. Да? Но мы работаем не только то, что связано, например, там, да, непосредственно с заболеванием медицинского направления. Uh-huh. Да? Мы говорим о психологии, мы говорим о питании, uh-huh. мы говорим обязательно о красоте, потому что это одна из таких вот самых важных, как мои, по моему мнению, аспектов здоровья. Да, да? Почему? Потому что от нашей внешности зависит все. Если ты смотришь на человека, он выглядит внешне здорово, значит, в принципе, и внутри там более или менее все ок. Поэтому мы комплексно подходим к этому вопросу. И, конечно же, День города – это тот праздник, когда люди отдыхают, люди веселятся. Но нужно задумываться о том, чтобы наш город и, конечно же, в целом страна была здоровая, активная. А если мы будем говорить о том, что у нас люди с хорошим, здоровым потенциалом, конечно же, это и экономически важно для страны.